Караганде продолжает работать информационно-пропагандистская группа во главе с представителями органов юстиции и департамента финансовой полиции. На этот раз работа по правовому всеобучу прошла с работниками образования. Во исполнение плана работы Департамента юстиции Карагандинской области по информационному сопровождению хода реализации послания президента было проведено мероприятие с сотрудниками управления образованием. В ходе проведения встречи информационно-пропагандистская группа подробно осветила деятельность каждого отдела Департамента юстиции. На встрече обсуждались такие вопросы, как новшества в кодексе о браке и семье, вопросы, касающиеся нотариата. Также большое внимание было отведено разъяснению норм законодательства по части регистрации юридических лиц. Особый акцент делался на том, что сегодня государство регистрация является обязательной процедурой, за несвоевременное прохождение которой предусмотрена административная ответственность. И после получения электронной цифровой подписи, не выходя из дома, офиса, можно зарегистрировать свое юридическое лицо. И на следующий день получить свидетельство о государственной регистрации с управления юстиции того района, где вы зарегистрировали это юридическое лицо. Кроме того, на встрече рассматривались вопросы об электронном правительстве, сайте ЕГОВ. Как и прежде, услугами интернета может воспользоваться каждый, как физическое, так и юридическое лицо. Мероприятие прошло с участием финансовой полиции. Вы знаете, что свое очередное послание лидер нации посвятил социально-экономической модернизации, главному вектору развития Казахстана в ближайшие десятилетия. Комплекс поставленных задач президент разделил на 10 направлений, в числе которых модернизация судебной и правоохранительной системы, создание и укрепление арбитражных и полицейских судов, разработка нового уголовно-процессуального кодекса и законопроекта о частной детективной деятельности. В завершении работы участники встречи отметили, что такие полезные мероприятия нужно проводить как можно чаще. Рамгуль Салкимбаева, Бауыржан Алипов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский.